Не отставать от плана и работать, засучив рукава. Такие наставления сегодня услышали ядринские аграрии от главы Чувашии. В муниципалитете на посевные работы вышли еще не все хозяйства, хотя именно сейчас наступил тот момент, когда необходимо мобилизовать все ресурсы. Это не раз отмечал и глава региона. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Это поле вблизи федеральной трассы сейчас находится во владении местного конезавода. Работы здесь начались вовремя, и теперь на посевную мобилизована вся техника. Железные кони в этом году должны помочь прокормить 80 лошадей и посеять более 1000 гектаров. Автопарк в хозяйстве модернизировали не так давно. Для некоторых машин страда станет и вовсе боевым крещением. 3 МТЗ новые закупили, 2 селки новые, Джон Дир есть. К нему Джон Диру плуг 9-корпусный, культиватор 12-метровый, 2 комбайна, класс купили. Не испытывают хозяйство района и дефицита в удобрениях и дизельном топливе. Правда, к работе приступили еще не все. Местные власти пеняют на неподготовленную почву. Но глава республики отметил, что это не отговорка, и посоветовал отстающим ускорить темпы. Никто не дает гарантии, что погода останется такой же устойчивой. Тем более в этом году, во-первых, мы говорим, запасов влаги мало. И прогнозы не совсем благоприятные. И с этой точки зрения, от того, как завершим по всем агротехническим мероприятиям, по фактору времени быстрее, тем самым мы закладываем фундамент для хорошего урожая. Весенняя страда – это время, когда дорог каждый час. Но похоже, что местные аграрии об этом забывают. В хозяйстве рабочий день начинается в 7 утра, но техника на полях должна появляться еще раньше. Глава республики попросил тружеников скорректировать свой график. Начнем 5 выезжать. Надо это делать, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. У нас потому что не столько техники, чтобы за 3 дня, максимум за 5 дней посеять все те площади, которые у нас имеются. Всего в районе планируют освоить более 13 тысяч гектаров. Пока страда только набирает обороты. Сейчас яровыми культурами засеяна 1/10 часть. Также нам предстоит посадить картофеля на площади 653 гектара и кукурузу на площади 572 гектара. Власти района уверяют, что весеннюю страду агрария готовы завершить в срок. Крайний срок 10 мая. Именно до этого времени, потребовал Михаил Игнатьев, должны завершиться весенние полевые работы в республике. И похоже, что отговорки местных властей потом выслушивать никто не будет. Им поставили задачу завершить весенний сев в кратчайшие сроки. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.